А вот и те самые внутренние проблемы Украины. Сегодня стало известно, что в Киеве обокрали сына главы МВД Арсена Авакова. Все произошло средь бела дня в самом центре украинской столицы. Александр Аваков вместе с главой разведки батальона «Азов» сидели за столом в ресторане «Маракана». Рядом с собой Аваков-младший положил барсетку. Ее-то и обчистили воры. Саму сумку вернули на место. На кадрах с камеры наблюдения видно, как сын министра выбежал из ресторана за злоумышленниками и остановил их уже на улице. Видимо, не сразу понял, что все пропало. На этот раз ценности вернуть удалось, злоумышленников удержали, но, согласно статистике, уровень преступности на Украине снова вернулся в 90-е. Он вырос именно до уровня тех самых лет. По сравнению с 2013 годом и президентством столь нелюбимого Порошенко, количество похищений увеличилось на 264%, убийств на 67%, разбоев на 46%. При этом раскрываемость преступлений упала в разы. Она сейчас не превышает 25%.